Спасибо вам большое, там вот Жанна Николаевна и Михаил Иванович, и все. Давидовская Жанна Николаевна. Я журналист. Здесь всего 2 миллиона 640 тысяч. Наша газета. Она сопоставима с расходами на канцелярские товары. Мы все, вот если бы провести референдум в народе нашем, в Петербурге, то люди бы сказали, что это мало, что газета выходит крайне редко, а нужно вдвое больше. Газета, не знаю, она вообще-то, кто забыл, она дипломат премии правительства Санкт-Петербурга. И мы вот, дети войны, с Натальей Федоровной, мы с Алевтиной Андреевной, члены клуба историко-краеведческого «Петербург», мы, конечно, благодарны и за то, что газета постоянно публикует и постоянно следит за патриотическим воспитанием. И на основе только публикаций газетных мы вот издаем альбом «Дети войны» к 75-летию Победы. Я думаю, что депутаты нас поддержат с этим альбомом. Да, и спасибо большое.